Добрый день всем. Давайте немножко подождем людей в прямой эфир, чтобы к нам присоединилось как можно больше клиентов наших. Если вы нас впервые видите, я вам расскажу, кто мы, а тем, кто с нами только недавно познакомился, расскажу вообще, что это за бренд. Бренд «Маленькая леди» из Санкт-Петербурга. Мы больше 20 лет создаем одежду для девочек. И сегодня мы поговорим с вами о нашей новой школьной форме. Мы не будем отвлекаться сегодня на озвучивание цен и артикулов. После эфира все позиции с ссылками на товар мы выкладываем в сторис. Там можно будет по ссылочкам перейти к карточке модели, посмотреть и цвета, в которых мы шьем, размеры и тем более цены. Я рекомендую делать вам сегодня скрины особенно понравившихся образов. Образов будет много, очень интересные образы будут, так что вы найдете обязательно что-то для себя. Ну и сделав скрин, вы потом сможете его показать либо нашим менеджерам в интернет-магазине, либо в наших магазинах в Москве. И в середине эфира мы обязательно поотвечаем на ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, задавайте их, пожалуйста. Ну а сейчас знакомьтесь, те, кто не был на прошлом эфире. Это Серафима, наш дизайнер и стилист. Сима занимается созданием одежды, оформлением магазинов и комплектует образы. И помогать демонстрировать одежду нам будут сегодня наши маленькие модели Лиза, Маша и Катя. Ну, давайте начинать, наверное, да? Сима, сегодня мы про что будем говорить с тобой? А давайте сегодня поговорим про такой ассортимент, как школьные блузки. Мы подготовили для вас несколько интересных, эффектных и акцентных моделей. Давайте посмотрим первую модель блузки на нашей модели Лизе. Лиза, подходи. Данная модель выполнена из трикотажа. И, как вы видите, здесь достаточно обильный декор, он сосредоточен в верхней части изделия. Но эта обильность и богатство декора не вызывают какого-то ощущения олиповатости или эффекта чересчур. За счет чего это достигается? За счет деликатности сочетания всех этих фактур. Обратите внимание, воздушные рюши, прозрачная сетка-мушка и нежное кружево, которое их соединяет между собой, обеспечивая некий плавный переход. И, несомненно, вышитая нежная розочка персикового цвета. А мне знаешь, что в этой блузке нравится? Что она выполнена из хлопкового трикотажа. Мы его называем кашкарсе. И, в принципе, это блузка, которую можно носить на каждый день. И это не нарядный вариант, а это ежедневная блузка. Да? И вот она такая может быть акцентная. Правильно же я понимаю? Совершенно верно. Но она может быть и как нарядный вариант. Просто для тех девочек, которые достаточно требовательны к одежде. Хочется уюта и комфорта. Да, хочется уюта и комфорта как дома. Да? Но, тем не менее, хочется выглядеть торжественно. Это блузка идеальный вариант для таких детей. Давай смотреть, с чем комплектовать. Потому что, да, у нас клиенты очень часто говорят, нам очень нравится эта блузка, но я не понимаю, с чем ее носить. Мне кажется, она сама по себе, а что подбирать, вот, например, вниз к этой блузке, с чем ее комплектовать? Мы подготовили по несколько образов каждой блузки. И вот первый из них – это шорты, выполненные из костюмного трикотажа. Также вы видите здесь декор в военно-морском стиле, штурвал, якорь, цепочки. Якоречки такие. Да, пуговки с якорями. Это более такой строгий стиль с элементами военно-морского стиля. И чем он разбавляется? Вот такой нежной, романтической, наивной блузкой. То есть получается свежий, интересный микс, эклектика в одном образе. А мне знаешь, что больше всего нравится? Почему ты первый образ показала в шортах? Я сейчас читаю всех стилистов Инстаграм для взрослых. Что самое модное? Что сейчас в каждой стильной подборке? Шорты. Шорты, да. Просто шорты сейчас на пике. Это просто на топе трендов, поэтому это во взрослой моде. А мы уже для детей сшили в этом году тоже шортики. И мало того, что они очень красивые. Посмотрите, у них очень широкие брючины. Так они еще и очень удобные, потому что они из трикотажа. То есть это удобная модель, выглядит как хорошая базовая модель костюмной группы. И при этом... Ну, безумно удобная вещь. Безумно красивая, да, нарядная. Красивая, нарядная. А также удобная. Она оснащена карманами, что также добавляет удобства. И сзади спинка. Посмотрите, как интересно смотрится. Очень хорошо все. Очень так выделяет талию за счет того, что вот такие широкие штанинки. Лизочка, поворачивайся к нам. Также мы можем предложить вот такую юбку. Это юбка плиссе с поясом из трикотажной ленты.
Посмотрите, декор, розочка, такая же, как на блузке. Угу. Поэтому эти две модели составляют отличный комплект сочетающихся между собой вещей. Очень нежное такое сочетание, действительно. И вроде такая простая юбка, просто маленькая плиссировка, такая мелкая, да, настоящая базовая модель. Но вот за счет вот этого пояса с молочными полосками, да, при том они разной ширины, совсем по-другому она выглядит. Ну и для кого разнообразный декор на низах кажется уже перебором за счет такой акцентной блузки, мы предлагаем совсем простую модель, но при этом не менее красивую и удобную. Это наши трикотажные брючки. Ой, вот эти брюки, кстати, очень любят наши постоянные клиенты, потому что на самом деле это брюки из джерси, такого достаточно плотного, но это по факту по удобству сравнимы с лосинами, но при этом у них абсолютно деловой вид. У них есть имитация карманов, есть имитация передней застежки и пояс, и есть шлевки, куда можно вставить ремень. То есть это красивая базовая модель, и опять-таки же такая же комфортная, как и наши шорты, и они выполнены из одинаковой ткани. Спасибо, Лиза. Так, следующая модель, не менее интересная. Кто у нас? Маша. Маша, проходи. Обратите внимание, такой необычный цвет, да, казалось бы, очень сложный для восприятия. С чем же это сочетать? Это голубая полоска, но вы видите, она очень тонкая, деликатная, то есть она не будет рябить в глазах, и если смотреть на эту блузку издали, это даже сольется в единый цветовой блок. Что очень важно для школьной формы, чтобы одежда не выглядела пестрой и вызывающей. Чтобы освежить зону лица, здесь выполнен белый воротничок, а также он поддерживается декором в виде атласного бантика с эмалевой подвеской. А подвеска-то какая? На пятерочку просто смотри. Для, да? Отличниц. Для отличниц. Мне на самом деле очень нравится такая модель, потому что в этом есть какой-то такой английский классический изыск. И вот это сочетание белого воротника, этих голубых полосок, это настолько вот классический образ, но в то же время он очень современный. И у нас здесь что, кнопки или пуговки? У нас здесь кнопки, это добавляет тоже удобство. И посмотрите, зона застежки декорирована такой рюшью, где направление полос изменено, в отличие от деталей переда, что тоже добавляет такой интересной игры. Ну и такая блузка-то на самом деле очень акцентная. Посмотрите, какая красота. Все очень эстетично сделано. И она свежая такая, она вот ежедневно в ней хочется такого вот красиво выходить и красиво выглядеть. Но при такой акцентной блузке нам нужно чем-то уравновесить, я так понимаю, весь ансамбль, правильно? Совершенно правильно. И самая неконфликтная в этом смысле вещь – это юбка прямого силуэта, выполненная из костюмного трикотажа. Как вы видите, здесь нет никакого лишнего декора, ничто не будет отвлекать внимание от блузы. И поэтому эта модель идеально сюда подходит. Ну и мне очень нравится, как ты закомплектовала вообще весь образ. У нас, во-первых, красивая блондинка с невероятно красивым цветом глаз, который подчеркивается этой блузкой. Плюс у нас эта блузка, ну, невероятно просто, на мой взгляд, сочетается с белыми колготками. Юбка сочетается с темно-синими ботинками. Вот этот весь образ вы у нас можете приобрести прямо сейчас. Ну, очень классно смотрится. И она такая прямо взрослая такая у нас девушка. Маша, тебе сколько лет? 9 лет. Ты в какой класс ходишь? Во второй. Буду переходить в третий. Будет переходить в третий. Ну, посмотрите уже, какой собранный красивый образ у девочки. Может быть, в третьем классе. Секундочку. Так, что у нас еще есть? Предложить? Ну и для младших классов мы можем предложить нашу классическую модель — юбка со встречными складками. Эти складки, они обеспечивают пышность для юбки, при этом без каких-либо подъюбников, как мы уже говорили в прошлом эфире, здесь нет сетки, просто вискозная подкладка и, пожалуйста, наши встречные складочки, которые делают объем. Также модель оснащена вот такой декоративной буковкой М, наша классическая деталь. И она, я смотрю, вот так, в общем, с фурнитурой не спорит нам. Конечно, потому что на блузке также использован металл золотого цвета, поэтому она органично вписывается сюда. И для девочек начальной школы, которые любят пышные юбочки, это как раз-таки идеальный вариант, потому что он еще и удобный. Кстати, после последнего нашего вот эфира прошлого, да, эту юбку стали заказывать просто невероятное количество раз.
нам клиенты пишут, мы наконец-то поняли и распробовали, как эту юбку носить и с чем ее сочетать. Так что очень много положительных для тебя отзывов по этой юбке. Так, следующий комплект. Вот, наконец мы добрались. Такой некий промежуточный вариант, если так можно выразиться, между первой и второй юбками. Потому что, обратите внимание, здесь есть кокетка, она достаточно широкая, и она обеспечивает прилегание по талии и бедрам. А дальше начинается такой небольшой объемчик, ненавязчивый. Ну, для тех, кто любит нечто среднее. Не слишком пышное и не слишком строгое и прямое. Вот такая игривая романтичная юбка. Также она оснащена, что очень важно, внутри есть регулировка, эластичная лента с петлями для пуговиц. Да, вот вы когда задаете вопрос, а как мне подобрать модель, даже если вы немножечко ошиблись, например, вам наша юбочка будет великовата, вы можете подтянуть на размер своей девочки такую модель, и в принципе все поясные изделия, которые выполнены у нас из костюмной вискозы, они имеют вот такие вот регулировки. И мне, знаете, чем нравится? Мне нравится, что ты 1 сентября привозишь ребенка, который у тебя 3 месяца гонял в футбол, бегал на речку, болтался с детьми параллельно, там, да, где-то еще что-то делал. И они похудевшие, если только не от бабушки приехали. И потом они садятся и начинают в течение года много сидеть, много есть и мало двигаться. И вот эта регулировка, она позволяет не менять юбки через 2 месяца, потому что ребенок там немножко поправился или, в принципе, вырос. Вы просто отпускаете эту резинку, и у вас снова модель, которая подходит ребенку идеально просто опять. Да, очень удобная деталь. Спасибо, Маша. Так. И мы приглашаем Катю. Ой, у нас идет такая очень интересная блузка, неожиданная. Да, это идеальный вариант на каждый день. Вы видите темный трикотаж, значит, он не будет сильно пачкаться. И вы видите также деталь. Это оборочка из костюмной ткани. Вы видите, в клетку, да. Таких блузок у нас есть в 4 цветах варианты. Ну вот сколько мы шили 4 варианта формы в клетку, да, вот мы также повторили в этой блузке. То есть у нас есть красно-синяя клетка, есть сине-бордовая, сине-зеленая и синяя клетка. Правильно же я помню? Да, правильно. И вот все эти комплекты можно вот так вот между собой сочетать. Ну да. И, как мы понимаем, цвет этой оборки, он диктует нам тот низ, который мы подберем к блузе. В данном случае это новая модель, юбка гофре на эластичной ленте. Вы видите декор из золотого металла. Идеальное сочетание, идеальный комплект. Выглядит на самом деле практически как платье, да? Да. И при этом это и повседневный комплект, и посмотрите, это не какая-то такая скучная история, а очень даже интересная. Так, ну ради одной юбки блузку не покупаю? Конечно, конечно. Есть у нас любители брючек, и вот для них мы предлагаем очень интересную тоже модель. Они достаточно активные, но за счет вот этого глубокого темно-синего цвета верха он успокаивается, этот активный низ, и органично вписывается в комплект. Мне очень нравятся эти брюки, но у меня вообще любовь к брюкам в клетку. Эти брюки выполнены из вискозного трикотажа костюмного. То есть они опять-таки комфортные, удобные. И это такая классика. Но вот на самом деле эти брюки же не базовая модель, и она акцентная модель. Конечно. И с ней нужно делать какой-то особый акцентный образ. А вот какой? Мы можем предложить наш жакет с удлиненной спинкой. Как фраг просто, да? Да. Но трикотажный фраг. Вот удобный. Посмотрите, как замечательно это смотрится вместе. Опять-таки этот спокойный верх, он уравновешивает активный низ. И вот этот еще герб, слушайте, он такой просто English style, такой, да, английский стиль. Под этот жакет мы рекомендуем какие-то простые блузки или наши классические подлоны, чтобы не перебивать всю красоту снизу. Ну, брюки невероятные. И мне кажется, вот бордовые ботинки также подойдут в тот комплект, да, с брюками? Совершенно правильно. И бордовые, и синие отлично подойдут. Так, давай еще что-то посмотрим. И, наконец, мы дошли до юбки-пачки. Она темно-синего цвета. За счет этого широкого эластичного пояса она отлично сядет по фигуре, подчеркнет талию у девочки. И она сольется с цветом блузки, потому что это точное попадание оттенков. И у вас получится что-то похожее на платье. То есть такой единый цельный комплект. Но вот эту юбку не назовешь базовой школьной моделью. Если в прошлом эфире мы рассматривали базовые школьные модели, в этот раз мы немножко
в эфире хотим показать красоты там нашей коллекции, да, вот эта же юбка не базовая. Но у нее есть два функционала. Во-первых, ее можно носить как самостоятельную вещь, как юбку-пачку. Да. А во-вторых, это же наш шикарный подъюбник. В прошлом эфире мы показывали молочный подъюбник под платье, под сарафаны, под юбку, да. Покрою солнце. Да. А этот вариант, он такой более спокойный, менее контрастный. И синие подъюбники очень хорошо смотрятся с синими платьями. По-моему, это шикарно, да? Да. Ну и вот в пятницу в таком прийти в школу, почему нет? Отметить завершение учебной недели. Да-да-да. Самое то. И очень пышно, и при том сдержанно. Мне нравится такой вариант. Спасибо, Катюша. Так. Ну, смотрите, у нас эфир подошел к середине. Давайте поотвечаем на вопросы перед тем, как перейти. У нас для вас сюрприз есть. Мы вам кое-что интересное сейчас покажем. А сейчас мы почитаем, посмотрим, есть ли вопросы. Пока что я вижу кучу эмоций. Всем нравится. Спасибо большое. Так, еще вопросов. В прошлый раз очень много было вопросов. Вы задавали. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Все пока нам машут ручками. Очень красивый и строгий образ. Я так понимаю, это про образ с прямой юбкой и голубой блузкой. Вот единственный вопрос есть. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, комбинезон еще не готов. Нет, комбинезон еще не готов. Как только он будет готов, мы снимем про него прямой эфир, поверьте. И я вам честно обещаю, как он будет готов, вы просто это сразу поймете, потому что весь Инстаграм, все наши рассылки рекламные, все будет в комбинзоне, мы его очень сами ждем. Так, ну что, про сюрприз. Ну, наверное, вы все, а может быть и не все, знаете, что маленькая леди является еще и дистрибьютором британского бренда Фасоля. Британский бренд Фасоля представлен в России только у нас. Это бренд, который шьется из более элитных премиальных тканей. Там тоже есть небольшая коллекция школьной формы. И мы сегодня вам покажем два образа из них. Они отличаются таким классическим английским сдержанным стилем. Однако сдержанность – это не вовсе синоним унылости. Скорее, это об элегантности, о стиле. И давайте посмотрим первый образ в нашем бренде Фасоля. Лиза, подходи к нам. Вот такая интересная модель блузки. Опять-таки акцентная и очень эффектная. Обратите внимание... Блузка, просто блузка. Невозможно не обратить на нее внимание, действительно. Не оторваться. Что мы и сделаем сейчас. Посмотрите, цвет набивки. Такой контрастный графичный горошек. Он чем дополнен и поддержан. Вот эта отстрочка по краю рюши. Тоже контрастного цвета нитками. И бантик на горловине из атласной ленточки. И еще и контрастные пуговицы с нотками, да? Там фирменная нотки. Фурнитура английского бренда Фасоля. Очень красивая блузка. Лиза, тебе в ней удобно? Очень удобно. Нигде она тебе не жмет, в ней комфортно, и тело у тебя дышит, да? И еще удобство достигается тем, что манжеты выполнены без застежки. Это лишь имитация. То есть рука входит абсолютно без каких-либо проблем. Так, и с чем мы такую? С большим разнообразием во все стороны рюш. Очень шикарную блузку, да, очень необыкновенную. С чем мы можем комплектовать? Давай смотреть. Ну, первый вариант, который мы хотим вам предложить, это юбка-шорты Фасоля. Посмотрите, здесь есть и карманы, и трикотажные вставки на поясе, которые обеспечивают удобство в носке, и также, когда ребенок растет, вы не так быстро вырастаете из модели. Застежка спереди, что также добавляет удобства. И посмотрите, самое что главное, мы не можем точно сказать, что это юбка или это шорты за счет вот этих встречных складок спереди. То есть если в школе какие-то строгие правила насчет шорт, то эта модель в этом шорты не опознаешь. Да, не опознаешь. Лиза, вот повернись спинкой. Вот, наверное, только сзади можно понять, что это шорты. Но я бы и то... Если бы пробегала мимо, я бы не поняла. Мне очень нравится эта модель, а клиенты наши от нее просто без ума. Мы в прошлом году распродали их буквально за 2-3 недели. Ну, это
модель, вот знаете, она такая идеальная для начальных классов, когда еще дети ходят в школе колесом. У нас тут когда девочки пока активные. Готовились к прямому эфиру, испытания провели этих шорт по полной. То есть ходят колесом, ничто ниоткуда не вываливается, очень удобно. Если нога куда-то к носу летит, то там не мигаем ни нижним бельем, ничем. Это идеальная модель для мам таких озорных девчонок. У нас Лиза озорная девчонка на самом деле. Она сейчас стоит тихо и спокойно, но девочка у нас огонь. Вот. Так что я очень рекомендую присмотреться к этим шортам. И я рекомендую не затягивать с покупкой, потому что они выходят и начинают продаваться тут же. Так, давай смотреть. Так что модель шорт можно добавить такими графичными подтяжками, которые будут отлично вписываться в эту блузку. Угу. Все синее. Мне очень нравится, как это все сочетается. Посмотрите. И мне очень нравится, как ты комплектуешь с контрастными колготками. Если в прошлый раз мы рассказывали, как это может выглядеть, вот сегодня мы это показываем. Смотрите. Такие, как этот цвет у нас называется? Брусничный, да? Да, брусничный. Брусничный цвет. Такое вкусное название. Такое вкусное название, да. Плюс синие полуботинки, синий верх. Ничто не спорит, ничто не чересчур. Очень красивый органичный образ. Мне кажется, вообще, вот сейчас можно в школу. Ну, наверное, Лиза сегодня июль, она не хочет в школу, да? Не хочет. 1 сентября пойдем. Так, давай смотреть, что еще есть. Вот такая юбка. Она достаточно простая по сравнению с этими юбко-шортами, но не менее интересная, потому что блузка, она сама по себе достаточно активная, самодостаточная модель, и она тянет внимание на себя. А юбка, она просто окажет ей поддержку. Посмотрите, удобство. У нас здесь эластичный пояс, ну, небольшая деталь, такая фирменный декор. Фирменная туфелька бренда Фасоля, да, она встречается у нас практически на всей костюмной группе. Опять-таки, никакой сетки, все очень удобно, легко, ну и при этом такая небольшая пышность для девочки, самое то. Очень здорово. Такая вот, вот это базовая модель абсолютно, да? Да, вот здесь совсем не обязательно использовать какие-то подтяжки. Какой нежный, романтичный образ более здесь получается. Да, мне очень нравится. Такой английская леди. Ну так. И еще наши базовые брючки от Фасоля. Опять-таки фирменный декор, кармашки. Такая классика, пуговка. Да, абсолютно классический, простой образ. А вот скажи мне, пожалуйста, вот у нас такая достаточно романтичная блузка, очень эффектная, очень изысканная. Она романтичная, ну, такая вот она, как из прошлого века. И снизу мы предлагаем костюмные брюки достаточно делового образа. Это не будет между собой спорить? Нет, я думаю, наоборот. За счет того, что блузка является активной, мы ее как раз-таки можем успокоить, уравновесить вот такими простыми брюками. То есть это наоборот. Идеальная пара, что называется. Идеальная дополняет пара. Друг друга, да. Ну да, ну снизу что бы могло быть, а так... Вот мне очень нравится. Мне, конечно, где-то претит, что брюки с такой блузкой. Но знаешь, чем больше смотрю, тем я понимаю, почему ты именно так комплектуешь. Так, на Лизе мы все показали, да? Да, спасибо, Лиза. Лиза, спасибо. Кто у нас следующий? Маша, вот подходи. Маша. Маша у нас в серой форме. Я напоминаю вам, что мы шьем форму не только в синем цвете, просто он самый распространенный. А еще у нас есть серая, бордовая, черная форма в клетку и немного зеленый. Так, ну давай расскажем, что нам Маша из бренда Фасоля. Ну, конечно же, это наша, можно сказать, уже знаменитая блузка с котиком. Все девочки, когда приходят в магазин, мама, я хочу именно эту блузку. Даже если до этого они часами выбирали что-то другое. Ну, тут такой... Котик, еще здесь написано «My sweet kitten is always with me». Мой сладкий котеночек всегда со мной. Это была моя мечта в детстве, чтобы мой не котеночек, а песик был со мной. Я всегда думала, что хорошо было бы его в портфель с собой сложить. Кто знает, может быть, и такая блузка у нас будет. Да, то, можно ли там Фасоля попросить, чтобы они еще и сделали нам с песиками. Такой нежный розовый цвет, наше любимое сочетание. Опять-таки серый плюс нежно-розовый. Прекрасное нежное сочетание. Вот такую юбку мы предлагаем. Застежка у нас находится на спинке, потому что спереди расположен и декор интересный. Наша фирменная, опять-таки, от Фасоля туфелька. И кармашки, которые спрятаны в встречную складку. Опять-таки, встречные складки, они обеспечивают такой легкий объем, ненавязчивый.
который подчеркивает талию. Да, а мне очень нравятся вот эти трикотажные бачки, потому что, во-первых, это идеальная посадка, облегание. Повернись, пожалуйста, к нам спинкой, давай мы еще посмотрим сзади. Посмотрите, какая акцентная золотая молния, а какие подтяжки шикарные. И подтяжки идут в комплекте с этой юбкой, правильно? Совершенно верно, да. Подтяжки, смотрите, они с такими кожаными деталями, коричневыми. И в комплект к этим кожаным подтяжкам, я смотрю, ты даже подобрала бордовые полуботинки. То есть они все вместе очень здорово смотрятся. Да? И гольфы. Кстати, эти гольфы у нас будут в продаже, высокие такие. Повернись к нам, Личка, пожалуйста. А знаешь, что мне еще хочется про эту блузку сказать? Во-первых, она выполнена из кулирки, хлопчатобумажный трикотаж. Очень приятный на ощупь. Ты в школу ходишь, как будто ты из дома не выходила. Вот она настолько уютная, она настолько мягкая, удобная. И плюс у нее опять не пуговица, а кнопки. Я обожаю блузки на кнопках, потому что нет вопросов. Это застегнула, пошла, расстегнула. Притом, знаете, как это девочки расстегивают так? Раз! И они расстегнули от души. Застегнули. Ну, для маленьких пальчиков вот это идеальный вариант. Так, дальше. Похожая модель юбки, мы можем сказать. Но здесь застежка спереди, что как раз-таки про то удобство, про которое мы все время говорим. Эта юбка именно про это. Опять-таки, трикотажные вставки по бокам. Угу. Кармашки. И также подтяжки в комплекте. Угу. Ну, вот такие же, да, у нас подтяжки. Да, мы просто да. убрали их, чтобы вам показать, продемонстрировать. И, конечно, бесценная вещь – это карманы в юбках, в брюках и так далее. Носовой платок каких-нибудь. Что сейчас, девчонки, складываете, прячете? Лизуны, киндер-сюрпризы? Что прячешь в карманах? Расскажи нам. Не помню, да? Конфетки. Ну, извините. Ну, всегда есть что положить в карман. Не знаю, у меня никогда не бывает. Чтобы не было. Так, давай смотреть дальше. Ну и для девочек постарше, для которых этот образ кажется, ну, слишком уже сладким, романтичным. Юбка построже, прямой силуэт, классическая пряжка фасоля спереди и застежка на молнию сзади. Также глубокие выточки для идеальной посадки по фигуре. Вот мне очень нравится такая вот базовая модель. Это мечта, на самом деле, любой женщины, у которой... есть дресс-код на работе, потому что вот эта базовая прямая юбка. И найти базовую прямую юбку такого качества, как шьет фасоля, это, ну, практически нереально. Мне очень нравится. Там, Сима, покажи нам подкладку, пожалуйста. Я когда вижу эту подкладку и как это все сделано, ну, это невероятно. Посмотрите, какие швы, все выглажено, ну, идеальное просто. Юбка, и вот эта юбка бы носилась и носилась, но дети, к сожалению, растут. Мне вот очень нравится. И с розовым вот этим котиком, а снизу такая строгая юбка. Мне кажется, очень здорово будет смотреться. Единственное, что, наверное, под такую юбку я бы уже не гольфы надела, да? А что-то да, другое. Да, колготки, конечно. Колготки, да. Ну, я так понимаю, что мы все посмотрели, да? Да. Отлично. Мы тебя благодарим, отпускаем, выдыхай. Да? Посмотрим, давайте, есть ли у нас с вами вопросы, мы еще сейчас поотвечаем. Так, цены. Цены мы вам выложим, скрины всех наших моделей сразу после прямого эфира. Мы все положим в сторис. И, пожалуйста, там посмотрите, там будут и цены, и размеры, и так далее, и так далее. Так, покажите на 1 сентября праздничную первый класс с коротким, когда вырез небольшой на жилетке. Подготовим вам к следующему эфиру. Но, в принципе, вот все, что мы вам показываем, это для первого класса тоже подходит. Еще один раз вопрос про цены. Есть ли ассортимент в бордо? Есть ассортимент в бордо. У нас в этом году даже есть бордовое платье. Обязательно посмотрите бордовую коллекцию. Она очень интересная. Подскажите, пожалуйста, что из нового в серой коллекции? Вот все модели, которые мы вам показываем в синем цвете, они, по-моему, они все есть. И да, и трикотажные шорты да. есть. Вот они есть в сером. Если не секрет, как можно стать моделью? Напишите нам в директ, мы вам вышлем инструкцию. Блузка трикотажная, это было где-то на розовой блузке. Да, это трикотажная блузка.
Сначала я думала, что это девочка-манекен. Нет, это не манекен, это живые девочки, и вот они такие красивые. Есть ли платье на рост 150? Есть платье на рост 152 у нас размер, либо 146. Какие красивые формы. Спасибо. Будут ли туфельки с перемычкой? По-моему, готовим что-то. Ну что, я надеюсь, что вот такой вот формат прямых эфиров с нашим стилистом вам, скажем так, как в Инстаграме говорят, зашел, вам понравилось. Я надеюсь, что то, как мы показываем вам одежду и предлагаем ее комплектовать, для вас интересно. Если вы там какими-то моделями заинтересовались, пишите нам, пожалуйста, в директ. Наши менеджеры ждут сейчас ваших запросов. Если в магазин приходите, тоже можете сказать, вот был прямой эфир, я хочу посмотреть, есть ли у вас такие комплекты. Если у вас скрины, просто приносите, показывайте, не стесняйтесь. Ну и мы в ближайшее время будем опять готовить следующий эфир. Там у нас будет обзор всех цветов школьной формы. Мы уже покажем разнообразие, которое у нас есть в коллекции. Сима нам опять какие-то невероятные комплекты составит. Вот. Так что ожидайте. Спасибо вам, что вы были с нами. Ну и мы прощаемся, да? Всего доброго. До свидания.